поселке Чунаяр Богучанского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительной информации, 16-летний подросток, управляя мотоциклом «Урал», не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество движения на перекрестке, и допустил столкновение. В результате происшествия травму получил несовершеннолетний мотоциклист и двое его товарищей. 15-летних одноклассников доставили в Богучанскую районную больницу с различными степенями тяжести. В автомобиле пострадавших нет. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Вот, вот, вот.